По-моему, я не туда пошел, да? Да, по-моему, я не туда пошел. Типа, ну играть, ну реально как-то, не знаю, как-то очень играть мечами, потому что... Или то камера ломается, блядь. То тебе дают сделать всего одну тычку, блядь, и у тебя тычка там 200 там, урона наносит, ебать, а у него там пару тысяч, и пиздец. Ты пропустил один удар, ты мертв. Блядь. И ГГ, в общем, пизда. В общем, мне очень это не нравится, не знаю. Сама игра охуенная, мне все нравится. Мне очень интересно играть, все, вот эти местности следовать. Но боссы, как по мне, ебанутые. То есть я понимаю, что Бабадзаки сделал эти... Как их называют, блядь? Очень большие затяжечки, ну, типа, оттяжечки у боссов, типа, специально, чтобы вот таких вот чуваков, которые играли в DS3, типа, чтобы им было некомфортно. Это понятно, я могу это принять, но то, что он мне все равно одну атаку всего дает сделать, это, не знаю, как по мне, это не очень. То есть, я не чувствую, что я победил босса, вот, и серьезно, я не чувствую, что я победил босса. Ну, ладно, я был бы магом, может быть, я что-то и чувствовал, типа, я уклонился от атаки, я атаковал, там, я молодец. Здесь я борюсь с камерой. Я борюсь с камерой, с перспективой, потому что я прыгаю, мне кажется, что я достаю, но я не достаю. Бывает, камера заходит в самого босса, блядь, там, еще какая-нибудь хуйня, или она выкручивается, она отменяется, блядь, из-за того, что я слишком близко, типа, стою. В общем, я не знаю, с мечами все очень, с колоссальными этими, с мечами все очень грустно, ну, по крайней мере, с двуручами. Не знаю, как с остальными мечами, может быть, еще хуже, но мне прям очень грустно. Так, где я? Я вообще думал, что здесь будет наша Рианна, блядь. А ее здесь нет. Где я? Угу. Деревня Альбиносов. Альбатросов, как это называют. Неважно. Деряшек! Я сюда ради нее шел. Маля. Не может же быть она где-то здесь, правильно? А что она там сказала, блядь? Типа, я отправляюсь в свое путешествие, а нахуя? А зачем? Разве в этой деревне не было темно? Почему здесь светло, а там было, блядь, темно? Вы же не можете где-то здесь пердеть, сидеть, правильно? Лунный город. А, не, подожди, лунный город. Сука! Сука! Подожди, у меня 80 тысяч. У меня 80 тысяч. Сейчас. Костер. А, деревня, наверное, внизу. Где-нибудь там под скалами. Наверное, поэтому там темно. А, что я хотел? Это лунная. Она же у нас вроде лунная, правильно? Или нет? Или это я путаюсь с тем боссом этим? Смотри, сколько мне не хватает? Пару тысяч всего. Давай это. У меня тут есть прикольчики. Да, все, хватает. Найс. Точно двух уровня хватило. Так. Она же у нас не лунная. Сейчас давай посмотрим. Ее кольцо, по-моему, у меня было. Там было что-то написано. Осуженный, так, избранного по праву, одиночество, гранью ночь. Одиночество за гранью ночь. Ну да, что-то ночь, луна, наверное, вот с этим связано. Может быть, она все-таки где-то тут тусит. Кто там мрет здесь? А, бичите ебучие, пошли вы нахуй. Может быть, в этом здании она. Ебаный в рот. Адула. Адула, давай мы не будем с тобой. Лясу сколько осколков. Ой, лясу сколько осколков. Бля, еще какая-то дыра, сука. Кстати, да, там была дыра. Стоит ли на нее прыгать? Адула, давай мы с тобой это...
Надо пересмотреть. Сейчас я, наверное, сейчас выйду, да, пересмотрю, что она мне говорила там в самом начале. Может быть, это мне подскажет, куда мне идти. Ок, сколочка, кайф. Я за них души там мог менять, но вернее эти пеплые, пеплые ебаные. Ну или не пеплые, как-то. Кстати, да, если пепел, а я смогу качать именно вот, вот эту вот. Ну да, это тоже прах. Только, видимо, какой-то раскрутейший. Если там еще какой-то ништяк не забрал. Не, дракона мы отпиздим, но не сейчас. Я говорю, я хочу меч. Я ебал в рот всю эту хуйню. Здесь я могу спуститься. Может быть, она там? Ну не может же быть такого. Блять, слезь, лошадки. Но я, в принципе, здесь засейвился, поэтому все в порядке. Души у меня нет. Можно и сигануть, так скажем. Прыгнуть со скалы. Ой, они меня уже даже в этот начали добавляться. Нет, здесь мы будем лазить потом. Давай посмотрим, что у нас в дыре. Ага, тут у нас кровь. Это, наверное, потому что этот. Так. Все, они одноразовые, блядь. А я что-то думал, что она это. Была одна из одной. Странно. Так, давай подрубай. Мне кажется, все-таки что-то можно здесь. Оп. Но опять же, блядь, мне нужно Рианна. Мне не нужно, блядь, никакое. Мне исследовать еще есть что. Причем очень-очень много. Прям пиздец как много. У меня целая там, блядь, красная зона не облутана, блядь. Я даже это читать не буду. О! ГГ. Это ты? Это она. Так, одеть кольцо, кстати. Надеть. Да, у нее 4 руки, смотри, она... Это тоже кукла какая-то, да, она какая-то, блядь, тряпичная, хуй поймешь. Найс, это я удачно зашел. О, блядь, происходит. So it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the lord. And once all is done, we shall see each other once more. Все? Не все. Дружный темный луны. Это не то, что я хотел. Ай, блядь. Риана, как же ты меня, блядь, огорчаешь. Ну он тоже ебать, 38 мудрости требует. Ты че, охуела, что ли? Ну нет, ну нет, ну нет, я хочу волчика, блядь. Как ты усралась там на своем небе? И что за базар был? Надо будет перечитать потом. Типа, я теперь ее. Ну, вообще, да, кольцо, хотя я это кольцо на него убил. Теперь я лорд из-за того, что, типа, все. Ну, в общем, не важно. Типа, мы ее возлюблены теперь. Так как я женщина, то я закрою на это глаза. То есть это, как это называется? Это все в порядке. Это ж не мужики, да? Так, блядь. Тема сисек не открыта, мне сюда съебаться теперь. Телепортом?
Не хочу телепорт. Да вообще-то все, я квест, получается, закончил. И все, мне меч волчика не дадут, да? Типа соси бибу. Так, подожди, я душу ее отдал, кстати. Вернее, куклу. Нет, кукла со мной, смотри. Но ни на что не реагирует. Да, пустая оболочка. Все, типа, душа ее типа, с той хуйней слилась и улетела. Блять. Я отсюда пришел, правильно или нет? По-моему, нет. Он меня как раз таки оттуда спрыгнул. Или нет? Или да? Или нет? Или да? Ну да, и все, получается, я вышел. Блять, это не отменяет того факта, что, блять, где волчик? Волчик ебаный, блять. Может быть, он у нее в башне теперь тусит. Да, кстати, надо сходить же к этому чувачку, может быть, он мне что-то скажет. Кузнец, который. Может, ее подчиненный был, а она типа съеблась отсюда. Все правильно, да. Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Rani has departed on her journey. Along the dark path of Empyrean, from Rena's Rise, as she calls it. It would not have been possible without you. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest gratitude. You, and only you, were Lady Rani's true champion. Да-да, я true champion. Заговорить-заговорить. Oh, Blythe wanted me to tell you. О. Oh. Not to bother waiting for him. Uh-huh. And head straight to Nokron. Uh-huh. Blythe has been given an important task. Apparently, a matter of great urgency. Вот что это было, блядь. Он мне сказал, встретимся там, а мне надо было поговорить с ним, ебать. Ну как бы я это, блядь, узнал, интересно? Я вот там этого пидораса-то искал, блядь. Куда я знал, что надо сначала к тебе прийти? Сука! У, сука! My purpose is nearing its end. I've served Lady Rani for as long as I can remember. It has been a long and wondrous journey. Now Lady Rani is in your hands. I pray that you serve her well. And to the very end. Так разве она не это? Не. Lady Rani has departed along the dark path. Now, ну, lady, да. I pray that you... You need not await. Descend underground alone. With a fallen ну да, да. Типа я это без тебя понял. Да, вот, ценное сокровище на Крон. So that Lady Rani may tread the dark path of the Empyrean. Да, надо было все-таки это, с ним пиздеть. Ну типа, блять, кто же знал? Я вообще про него забыл. Все? Да, все, я понял. Чел. Где мне высрать Блейда теперь этого? Блайда, Блейда. Хуей, да, блять. Где это чепушило, блять? Оно мне нужно. Что я точно знаю, его меч есть. Его меч, блять, есть. Где мне его высрать? Нет. А, вот он ты. Ой. А ты красненький. По-моему... По-моему, нам пизда. Ой. Может быть, все-таки можно было с ним поговорить? Хотя он это. Куда он поехал, да? Ух ты ж, блядь, волчик! Волчик! Бля, я забыл его атаки. Блять, надо выйти отсюда нахуй. Где? Где выход?
Мистер Волчек, мистер Волчек, мистер Волчек! А я тут даже одну атаку ему сделать не могу, охуеть! Пиздец, блядь. Я вообще что-нибудь могу? А я сейчас умру нахуй, да. Не хватит. Блядь, главное не отъехать. Главное не отъехать. Пиздец. Блядь, я надеюсь, он никуда не уйдет. Надо будет раньше призвать, ебалу. И пизда, я ему теперь даже одну атаку нанести не могу. Я надеялся на две, а мне даже одну, блядь, не дал нанести. Кайф, кайф. Потрясающая игра, блядь. Я, блядь, ничего не видел. Фух, он хотя бы здесь. Это уже радует. Бля, надо было сначала этот бахнуть. Баф. У-у. На очень мало урона, пиздец. Ебать, у него дэмэдж, блядь. Надо ещё выдать. Да иди ты нахуй, блядь. Ну да, все, я типа уже в эту атаку я бить не могу. Сука, сколько у тебя так, блядь? Пиздарики на воздушном шарике, блядь. Пиздец нахуй, блядь. А чё мне делать с этим уёбком, блядь? Ай, блядь. Ну, по крайней мере, всё, этот ёбаный волчок мне сейчас меч свой отдаст. Говна пирога, блядь. Блять, как меня заебало переодеваться ради каждого уёбка, блять, который хоть немножечко силен, блять, пиздарики, пиздарики. Бля, как же ему похуй. Странно, сейчас только одну атаку сделал. Ебать, он вообще ебак. Вот так вот. Бля, как же мало. Задержку, наверное, какую-то, да, продержать немножечко. Пи-пи-пи, молодой! Не выпила. Точнее, выпила, но у нее не хватило. Надо, походу, да, вот когда он эту хуйню делает. О, небольшая задержка. О, все, я понял. Мудак. Ой, блядь, было что-то злое. Бля, рано. Ну-ка, ты смогу две? Смогу, но, блядь, не смогу. Ему похуй. Давай, бэкстеп. Найс. Все, давай, помойку, блядь. Сюда. Сюда, давай. Ох, блядь.
На доспех я не рассчитывал, но спасибо. Найс. Все, блядь, иди нахуй, мудак ебучий, блядь. Вот, а теперь мы идем перекачиваться, короче. А, еще и 18 ловкости надо, охуеть просто. Просто охуеть. Давай посмотрим, что у тебя за костюмчик. Ой, это, кстати, какой-то крутой костюмчик, раз он здесь. 13, блядь, весит многовато. Ну да, он мощнее намного. Весит хуйню. Так, это по ножу Блайда, да? О, найс. Я, кстати, нормально это уклоняюсь еще. Мне хватает на него веса. А, не, это потому что мне это ебало. Ну-ка. Все равно хватает, кайф. То есть, получается, я могу 25, получается, вкачать этого. Как его называют? Снаряжение, короче, вес. А, не, подожди, мне не хватает одного. Что у меня там было? Он нам антимагию, да? Вернее, на восстановление. Да, все равно хватает, кайф. Так, что у него за это? На заново. Ебать, что-то флекс. Я вообще думал, что у него будет что-то весомое. Вот какой-то баф, блять. Сука. Но, по крайней мере, он не требует ман. Вообще, я рассчитал на баф, на какой-нибудь веселый. Типа вот этого красного меча, кто меня хуярил. Неплохо. А получается, я еще могу этот доспех изменить, убрав ему этот вот плащ. Я прав? Так, нет, похуй. Идем к молодой юной леди. Все, блядь, туда замешал. Перекачиваемся нахуй. Так, давай посмотрим, что мне надо. Мне надо... 22 мудрости, 17 ловкости. Все, давай. 22 мудрости, 18 ловкости. Да. 22... Я забыл, кстати, проверить руны. 22 мудрости. 22 мудрости. 18 ловкости. Все. Теперь давай сделаем 30. Обратно нам вернем 30 GS. 25 стойкости. И все остальное в силу. Ну да, маловато, маловато. Оп. Найс. Заебись. А, я тут не могу этого, да? Я сейчас попробую убрать этот. Я могу? Нет, это я не здесь могу, да, кстати. Это я могу в храме Элли сделать. Здесь меня выдрочил этот ебаный квест. Я уже думал, все потеряно, ебать. А, о, да, теперь он магией хуярит. Найс. Это теперь потому, что не хватает этого, я понял. Заебись. А теперь он, кстати, требует магии. Сука. А если я, подожди, а если она закончится, я буду просто бить? А ну-ка. Ну да, я просто бью. Такое. Мне надо заточить теперь этот нож. Усилить оружие. Оп, камень мрака, кстати. Так, мне что нужно мне, блять? Что я хотел здесь? А, я же снаряжение сделаю не здесь. Снаряжение делаю на костре, точно. Понул. Так. Изменить одежду. Да, я могу убрать. Нет. А я смогу потом обратно вернуть, кстати? Надо попробовать на какой-нибудь блядской броне. Смогу я потом вернуть плащ или нет, интересно. Потому что с плащом-то вроде бы и прикольно, а вроде и нет. Хуй его знает. Давай, нам нужны деньги. Не знаю, это сколько дает? 2,5. Ну, это, по-моему, очень мало будет на прокачку. Ой, одну. Да, 5к тоже маловато. Я думал, десятка будет. Пойдем вкачаемся. Кузнечку. Блять. Не те кнопки нажимать, сука. Так, блять, куда мне пойти? Ты мне, кстати, ничего не скажешь? Да, она мне ничего не скажет. А, не, подожди, у меня же есть вот это, да. А, звезды бастарда, блять.
цепь. Пизда, ебать, какое говно. Пепел войны, темные волны. Вот это, кстати, заебись. Можно использовать секирами, боевыми молотами, огромным оружием. У-у-у. Вот это, кстати, можно взять. Вот это можно взять. Неплохо, неплохо. Да ладно, успокойся. Где мой кузнец? Кстати, да, у меня что-то хуйня первый левел. Надо попробовать сейчас это качать ее. Так. У меня плюс 3, только один камень, ебать. Ебать, уже не хватает. Даже на плюс 5. Я, по-моему, на плюс 6 смогу, да, усилить его. Да, вот на плюс 6, сука. По-моему, на плюс 7. Не, подожди, у меня же есть камень на плюс 7. Бля, ладно. Может быть, хватит. Я же взял камень на плюс 7, но у меня на плюс 8 нету. Во, да, на плюс 8 у меня уже нету. Кайф. Получается 240 плюс 87, это уже 320. Нихуя себе, это 400, блядь. Нет, это уже 500. 500, что-то около 600 урона. Неплохо, неплохо. Он от ловкости скейлится, и от силы D скейлится, и BC, блянси, и BC, D, и мудрости скейлится. Неплохо, кстати. Хотя усиленный блок у него говно. Надо посмотреть, кстати, его мувсет, я что-то мувсет не глянул. Здравствуй. Да-да-да-да-да, я здесь для этого. Да, кстати, я могу улучшать призрачный ландыш. Ебать, 2000, ебать, охуеть. Что у меня там еще есть? У меня монопол не увеличился из-за того, что мудрый скачал. Где мой монопол? Не, 68. Не увеличился. Грусть, печаль, тоска, разочарование. Так, нет, подожди, мне нужен пепел. Вот. То есть вот это вот получается. Это уже не звери ебаные. То есть это что-то весомое. Есть еще вот это вот. А эти я, походу, не могу. Вот эти могу, а вот эти уже, по-моему, нет. Не могу бафать. Можно попробовать, кстати, вот это вот вкачать? Похули нет, правда, дорого? Давай посмотрим. Ну да, она этих не может. Хотя она этого чела не может. А, вот. Не-не, все может, кайф, кайф. Хотя что-то мало просит. За этого два косаря, ебать, просит. Охуеть. А за этих нет. Но у меня монопола пока нет, можно вкачать? Давай попробуем, типа, хули нет. У меня вроде дохуя этих ландышей и прочего говна. Вселение, давай. Ну да, призрачный ландыш, у меня еще один есть. Все, на плюс 4 уже не могу денег попадать, ебать, 5 косарей. Надо будет попробовать. Так, теперь надо решить, что делать дальше, блядь, я своей цели добился. Теперь да, теперь я просто ухожу в лютейшее АФК, блядь, иду, блядь, фармить все локи, блядь, в каждую дырку заглядывать, блядь, а не вот это вот, блядь, все. Пришел черепашку прокачать, а тут какой-то охотник за колокольными сферами, блядь. Черепашка меня подставила. За колокольными схемами? Сферами, сферами. Сферами? Ага. Это которые мы собираем, чтобы дать старушку, правильно понимаю? Ну да. Путин есть. Походу. Ебать. Бля, я не могу призвать эту штуку свою. Ебать, дэмэдж. О, блядь, все. Походу он ночью появляется, понял? Черепашка на месте. И купил пару ключей мечевидных, которые хочу пооткрывать тут. У нас тут есть, я помню, здесь у меня есть. И в самом начале я все хочу открыть ту дверь в самом-самом начале. Посмотреть, что там есть. А, здесь я открыл, да? Бля, где начало? Вот, плавучее кладбище, да? Пещера знаний. Ключ сломался. Что у нас здесь? А у нас здесь, блядь, отрава. Что не есть гуд. Блядь, там еще что-то происходит. Да, меня сразу травит.
Оп. Кто что видел? Ну, прикольно, гля, вот у меня ноги зеленые стали, кусочек плаща. Это забавно. Можно наебальник себе сменить, кстати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. Все, там ничего, да? Ого. Ого! Нихуя себе! Так, где мы сможем? Здесь мы сможем спрятаться. Здесь прыгать никуда нельзя. Вот здесь вот можем спрятаться. Что, серьезно, ебать? Я сначала подумал, что это чел какой-то, этот полупризрак ебаный. Ты, по-моему, напрашиваешься на пурген своем, сука. Бенит дохнул. Да, дэмэдж подрос. Блин, там тоже эта платформа. Здесь что, тоже будет эта хуйня ездить? Мне надо дождаться, пока наверх летит. Нет, там баннеры висят. Так, здесь ничего не должно быть. Это хуило сейчас сюда не поедет, блядь. Вот ёбнуло. Блять, оно поехало сюда. Пиздец, блять. Да, короче, где я, там она и ездит. Главное не обосраться. Вроде не должен. Так понимаю, все-таки сюда можно было вначале пойти, если взять, типа, как этот. Да нет, два ключа надо, типа. Как посмертный подарок, или что это, там это называется? А она, подожди, она до куда будет? Ага, блять, это хуло теперь не до самого верха едет. Так, а что делать-то, блять? Блять, застрял. Оп! Оп! Уж сука, блять! Я думал, тут конец, блять, а тут нихуя еще не конец. Ооо, еще в середину надо выйти. А что я тут делаю? Серьезно, серьезно, что я тут сделаю? А нет, это не сюда. Блять. О, нормально. Ебать, я пробежал. Так, вот что делать здесь, блять? Бля, я мог пробежать, я ж не знал, блять, что. Сука. Не мог пробежать, ебать, она, походу, потеряла меня из виду. Я хуй, значит, я не успею здесь пробежать. Бежать за ней, наверное. Нет, все равно не успеваю. Пиздец, типа. А что здесь делать, нахуй? Пробовать рашить как-то, да, блять, но, блядь, мне просто повезло, мне кажется. Бля, душу надо забрать. Ну да, я должен успеть, пока она поворачивается.
Ну, поехала, блядь. Сталь, тут, блядь, вечно я так буду делать? Ты чё, блядь? Да ну поехала, блядь. Ебучие ребусы, блядь. Поехал. Ну, на, пойдем вверх посмотрим. Да похуй вообще, ребят. Кого? Печать драконьего причастия. Ух ты. Это что такое? Да. О. Пенная печать. Хотя это клево. Потому что вот я сейчас качал себе вес для того, чтобы взять вот эту хуету. А ну-ка. Как она выглядит? Да, я могу юзать теперь, и она ничего не весит. Огонь. Так, возникает вопрос, как мне отсюда съебать? Мне надо точно вниз. Как мне это сделать? Надо дождаться, пока это хуйло сюда приедет. Это заебись, кстати. Не зря уже пришел, не зря. Эту штуку и вкачать даже можно. Что делать дальше, блядь? Как мне съебать-то вниз? Ее надо как-то забайтить на этот, блядь. То, чтобы она вниз поехала. Не поехал. Но посмотрите, теперь чем это хуйня качается. И в принципе у меня будет амулет для заклинаний. Жалко нет амулета на увеличение скорости. Здесь бы очень пригодился. Блять, успел. Так. Уезжает вверх. Надо будет это мониторить. Он не всегда уезжает, когда его просят. И поехал. Это мне сейчас получается вот сюда. Не шо, да? Подожди, я же, блядь, не в дырки меч что-то взял. Я хуй знаю, где это ебало. Бля, гайс, на кого, а на вахте мне похуй. По крайней мере, сейчас. Нихуя, я так понял. О, а тут босс. Найс. Я лучше пойду с боссом пообщаюсь. Ой, ёбаный рот. А, я забыл! Что она мне пол хп выживает? Ебать.
А, у меня всего 5000. Блять, моя эта хуйня, будешь что-то делать? Или я не успел ее призвать, что это? Блять, я жду, пока она переагрит, ебать. Ее, походу, нету. Хорошо, что ты не попал, кстати. Бля, сейчас, сейчас чихнет, походу. Ебать. Блять, что происходит? Ну, блять, ненавижу больших врагов. Это хуйта ебаная. Ну, не умеете вы делать больших врагов, ребят. Ну, честно, ебать, скажу. Ну, по крайней мере, на сосках. Не знаю, как на клавиатуре, блять. Но я не хочу уже переворачиваться на клавиатуру. Я весь третий DS прошел, ебать, на джойстике. Страдал, но прошел. Куда? Куда тебя бить? Ой-ой-ой, блять. Хуй пойму, слеза вроде этот. ХПС меня сожрала, блять. А... Ох, нихуя себе, золотой семечко. Пусть меня сожрала, а не призвалась, ебать. Олег! Здравствуй, Олег! А сколько ты требуешь? Олежа. Сотку. Олежа. Ты меня огорчаешь, Олежа. Ну да, душный данжик, конечно. Но не зря, кстати, пришел. Уже эту руку взял. Это уже, кстати, кайф. Прям кайф. Мне пришлось бы сейчас еще один левел вкачивать бы в этот. Как его называют, блять? Стойкость. Мне пока что стойкости хватает. Мне, в принципе. Давай посмотрим, как улучшать эту штуку. И можно ли вообще улучшать этот талисман? Потому что он мне очень-очень подходит. Да, я немножечко качнулся, типа, я качал меч на плюс 9. Мы с товарищем там, я ему помогал, и мне показал, где брать камень на плюс 9. Вот на плюс 10, где хуй вы знает брать камень. А так, в принципе, нихуя не поменялось. Так, пару левелов качнул. Ну вот как раз-таки, да, добавил себе этот. Одну стойкость. У меня 26 стойкости. По-моему, все на этом. А, ну и вкачал эту слезу, вот эту до плюс 7. Просто посмотри, как это работает. И что-то как-то работает не очень, если честно. Во, 50 рублей все стоит. Кузнечный камень мрака, блядь, требуется. Охуеть, охуеть. Колдовство оно, кстати, еще требует. Блин, не знаю, стоит ли сейчас ее качать или нет. О, драконий кузнечный камень мрака, охуеть. Усиливает молитву драконьего причастия. Вот как это работает. Ой, я не это хотел. Агвис формы на печати драконьей крови со знаком драконьего причастия. Усиливает молитву драконьего причастия. Ритуал поглощения сердца дарует силу. Само принятие молитвы среди практикующих зрителей считается варварским. Эта печать усиливает молитву с помощью колдовства. У этого оружия нет навыков. Это, наверное, надо брать эти. Надо в драконию эту хуйну. Сейчас. Пока не буду, потому что эти камни очень редкие. Ну, по крайней мере. Хотя, подожди, по-моему, до четвертого я точно могу. Да, до четвертого я точно могу. Я же могу покупать у великана эти камни. Блин, это... Ну да, третьего нет, надо купить будет. А до четвертого как минимум качнем, а там даже дальше уже, наверное, пока не будем. А, подожди, у меня же бабки, по-моему, продают. А ну-ка, бабуленьки. Где вы у меня, блядь, красавицы? А, не, вы же у меня пепел, вернее, этот ландыши продаете, сука. Да. Это магия. Для магии нужен посох, это не наш метод. Только... Так, пойдем в драконий этот. У меня где-то был прям драконий, эта хуйня называлась прям. Хотя, можно, по-моему, и сюда сходить или... Подожди, а где она была? Вот здесь, да? Да, вот храм драконьего причастия. У меня был еще один храм драконьего причастия, я просто забыл где.